я очень ценю ту готовность, которую компания проявляет по работе в Камчатском крае. У нас основной предмет нашего обсуждения – это участие компании в дополнительной разработке потенциальных месторождений геотермальных источников. Для меня задача максимальной отдачи от нашего уникального экологически чистого и устойчивого источника энергии, конечно, приоритетно. Вот, мы смотрим, как можно в целом развитие Камчатского края сделать более экологичным и устойчивым. И, конечно, тепло земли, которое у нас есть, которое Богом нам дано на полуострове, нужно использовать максимально. Сейчас большой потенциал есть, мы это понимаем, связанный и с основными нашими месторождениями, и с повышением отдачи от тех станций, которые есть, с развитием новых мощностей. Об этом мы говорили несколько раз, рассматривали на уровне Юрия Петровича Трутнева, представителя своего директора Росгидро, с Алексеем Николаевичем обсуждали неоднократно. Ну и на уровне новых решений, связанных с локальными, более маленькими станциями, которые могли бы обеспечить теплом электроэнергии отдаленные территории, отдаленные участки, которые могут привлекать в первую очередь туризма, ну и где источники энергии являются основным сдерживающим элементом. Мы хорошо знаем компетенции Зарубежнефти, бурение в смежных сферах. Это, наверное, относится к мировым лидерам компании. Конечно, объединение этих усилий уверен, что даст хороший результат.